Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Путевые заметки». И сегодня нам предлагается познакомиться с водоемами, которые мы встретим, путешествуя по штату Канзас в игре American Track Simulator. В самом сердце этого штата, не имеющего выхода к морю, мы найдем сеть рек, которые удобно протекают по всему региону. Могучая река Миссури величественно протекает через северо-восточную часть штата, а река Канзас, также известная как как река Кау извивается от Канзас-Сити до топики, предлагая естественное спокойствие среди городов и сельскохозяйственных угодий. Дальше на запад, недалеко от Хатчинсона и Уичита, река Арканзас придает характер этим городским пейзажам, смешивая природный мир с городской средой. Одной из достопримечательностей, безусловно, является озеро Эльдорадо, расположенное недалеко от города Уичита. Хотя оно, возможно, не такое обширное, как некоторые озера в других штатах, озеро Эльдорадо занимает огромную территорию, аж в целых 8 тысяч акров, а самая глубокая точка достигает 60 футов. Это водохранилище играет жизненно важную роль в управлении водными ресурсами и борьбе с наводнениями в регионе, способствуя экономическому и экологическому благополучию региона. Помимо водоемов, в Канзасе также нашлось место и для небольших плотин, разбросанных по всему штату. Эти плотины, наряду с другими водохранилищами, пусть и не являются массивными, но играют важную роль в поддержке сельскохозяйственной деятельности. И на этом все. Спасибо вам, ребята, всем огромное за внимание. Спасибо, что нашли время для просмотра этого видео. На данный момент осталось 5 новостей по штату Канзас и одно геймплейное видео. И дабы эти оставшиеся новости не пропустить, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео для того, чтобы помочь ему продвинуться в рекомендации. А на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока, еще увидимся.